Ребят, всем привет! Сегодня будет очень важное видео для тех, кто завел щеночка и хочет его дрессировать, хочет его воспитывать, ну, просто как на заметку. Эта информация сегодня будет из моего личного опыта, из советов людей, которые годами держали собак, очень мудрых людей, и из советов интернета, из всего того, что я читала, изучала и так далее. Понятно, что здесь сейчас будет не вся информация. Это вот навскидку то, что я успела уже собрать, так сказать, за короткий срок. Но здесь очень важная информация для всех, у кого есть собаки в доме. Значит, еще раз говорю, речь пойдет не о стандартной дрессировке. Речь не будет идти, как это сделать, как дрессировать в том или ином случае, как отучить от того или иного. Речь пойдет о том, чему стоит задуматься каждому хозяину и позаботиться о том, чтобы его собака этого не делала. И к чему это может привести, если вы не отучите вашу собаку это делать. Вот, кусать руки, штаны, нос, уши и так далее. Вот мы завели щеночка, нам очень многие писали: ребята, переставайте разрешать кусать собаке вам руки, там бегать за вами и так далее. А, если честно, когда я держала собаку, я держала ее в молодости, в лет 17, 18, 15, я как-то особо не морочилась с этим, потому что я брала уже тогда взрослых собак, которые уже, в принципе, не нуждались вот в щенячьих нежностях. Вот, но сейчас мы завели впервые маленького щенка, такого домашнего, я имею в виду. У нас были дворовые собаки, но это тоже были дворовые собаки, они жили в будке, это немножко другая история. Вот, и другое воспитание. А здесь щенок, который живет в доме, где есть много детей, от 3 лет, да, и до 16 лет. И очень важно обучить щенка определенным вещам, чтобы потом не пострадали вы, ваши дети, и, я говорю, окружающие вас люди и животные. Вот, поэтому я начала изучать информацию, в интернете есть за и против, кто-то говорит, учите собаку кусать вас, но мягко. Но я прислушалась к совету женщины, которая много лет держит животных, и она говорит: Тань, значит, пока она маленькая, вот, знаете, сама суть, когда вы заводите щенка, нужно подумать о вот какой задаче. Чего я не хочу, чтобы делал мой щенок, когда вырастет. Если ваш щенок будет лететь на вас и укусит вас за нос, когда будет ему 2 года. Вам будет приятно от этого? Ну, извините, такая туша может и нос повредить, и шрамы оставить на лице, потому что может не рассчитать в эмоциях, да? То же самое с руками. Говорит, сейчас щенок играется, он маленький, он силу свою, да? Ну, то есть он не может еще там сильно навредить рукам. А теперь представьте себе, приходит к вам соседский ребенок, или там друзья приехали в гости, родственники, у них маленькие детки, и ваша туша 3-годовалая, привыкшая играть с руками, бежит, хватает этого ребенка, у ребенка испуг на всю жизнь, там шрамики остались и так далее, потому что собака не рассчитала свою силу. Поэтому категорически нужно отучить. Отучиться очень легко, буквально сутки-двое собака перестала всех кусать. Иногда у нее еще проскальзывает, но она сейчас больше рот открывает, чем кусает. Вообще не кусает нигде, ничто. Еще пока за ушко покусывает. Но это мы тоже отучим. Поэтому категорически запрещено, потому что могут в будущем быть травмы. То же самое касается, когда игры с животными. У нас котенок еще в доме, они играются, но также мы учим ее не кусать. Она может лаять на нее, рычать, там немножко тыкать ее мордой, легонько там взять, например, за лапку животное, но не хватать, больно не делать. И вот буквально у нас понадобилось, да, где-то неделя, Борь, для того, чтобы Джесси перестала прям со стервенением грызть кошку, да, вот этим щенячьим, так сказать, стервенением. Сейчас кошка его сильнее кусает, наверное, чем она его, котенка. Поэтому вот учим тоже животных в этом плане коммуницировать. Полностью запретить животными не получится, потому что, ну, это животные, они и без нас дома остаются, и кошка сама провоцирует. Но, по крайней мере, научить щенка не кусать и не агрессировать на котенка, мы это делаем. Прыгать на человека без определенной команды, разрешения. То есть команда разрешения у нас это будет: иди сюда. И вот на грудь, да, и тогда собака подпрыгивает. Почему? Идете вы, красивая хозяйка, когда ваши собаки год, на выпускной своей дочке или кого-нибудь, одели эти колготки, юбку, блузочку, и тут ваша собака по привычке летит на вас во дворе с грязными лапами, прыгает на вас, на колготках стрелка, блузка черная, юбка черная, это могут быть ваши друзья, это могут быть кто угодно. Зачем? То есть я подумала, нет, мне не надо, чтобы собака с грязными лапами на всех нас прыгала и постоянно, каждодневно, по 100 раз в день пачкала нам одежду. Никому. Мало того, опрыгнула она на ребенка 3-годовалого, скинула его, он ударился головой. Там же туша, извините меня, у собаки. Вот поэтому прыгать на человека мы будем учить только с разрешения по определенной команде. Она прыгать на человека не может. А еще когти какие у нее острые.
Вот она иногда на ногу мне прыгнет, так больно, или на руку, хотя я обрезаю коготки. Это больно реально. То есть она расцарапывает. Поэтому это и опасно, и больно, и плохо, потому что рвет одежду, может, и так далее. Реагировать на бегущих людей и детей. Тоже, ну тут понятно, да, бежит ребенок по двору, собака вообще не должна на бегущие объекты реагировать, потому что это может быть ваш ребенок, может быть соседский ребенок, может быть гость. Тоже нежелательно, чтобы собака бегала за движущимися объектами. То же самое, ну сейчас не дойду, тянуть тряпки, игрушки и так далее. По крайней мере, это для боксеров, у кого боксерчики, мне тоже вот эта женщина посоветовала, она говорит, Тань, у боксеров есть такая особенность, не очень хорошая, у них... Если они тянут тряпки, вот эти есть тянущие движения чего-либо, у них нижняя челюсть вытягивается вперед. И у них тогда неправильный прикус, вот эти клыки торчат и так далее. Это, говорит, неправильно для ребенка, ну, для собаки нельзя, нездорово это, в общем. Облаивать людей за забором и вообще, без команды. Тоже, кто-то может испугаться. Вот это лаяние на каждого, да, это мешает соседям, это пугает человека и так далее. То есть собака должна реагировать на другую собаку только... с разрешения хозяина. Облаивать, проявлять какую-то агрессию, нападать и так далее. Это в защитных формах, если там действительно на вас нападает кто-то, ну и тому подобные вещи. Вот. Мы говорим, не говорим о дворовых собаках, которые там сидят на цепи, их задача облаивать. Мы говорим о собаке, которая коммуницирует с людьми постоянно, на постоянной основе, коммуницирует с вами, выходит в город, в люди, на поводке гуляет. Именно вот о таких собаках. Бросаться на кошек, собак и других животных. То есть я всячески буду учить мою собаку не бросаться на пробегающих мимо кошек, на животных, на других и так далее. Ну, это тут логически понятно. Бегать за машинами, велосипедами и так далее. Тоже это безопасность вашей собаки. Кому-то смешно, ой-ой-ой, смотри, да-да-да. Знаете, вот смеемся, пока собаки маленькие. А когда собака вырастает, она попадает под колеса машины. Потому что она облаивала, не успела отскочить, под машину попала. Или укусила велосипедиста. Или проколола ему шины, он упал, кубарем покатился. То есть на любые... как это сказать, транспорт не должна реагировать. Рыть подкопы под зданиями, заборами и во дворе. Никому это не надо. И когда вы идете, у вас куча ям, если уже собака роет, нужно найти там, выходить с ней в лес где-то и пускай себе роет. Она знает, ага, мы пойдем погуляем с хозяином, там можно рыть. Во дворе, я считаю, что это недопустимо, потому что можно в темноте ногу сломать. И это, ну, понятно, это никуда не годится. Грызть кусты деревья. Можно играться с палочками, но категорически будем запрещать грызть кусты деревья, потому что мы в частном доме. И это можно, знаете, красиво, ой, да-да-да, веточку где-нибудь в лесу, потом собака пришла домой, у вас все кусты сгрызены с вашей смородиной. Ну, я считаю, тоже кусты деревья, неважно где, собака не должна грызть. Только палочки, веточки, которые вы подготовили собаке, или там она вот собирает, ну, на земле, так сказать. Дергать поводок. Ой, я смотрела недавно столько видео, когда таких, знаете, смешных, или ты мне присылала, да, Боря? Когда собака дергает хозяина и в лужу, и в грязь, и ой, это вообще, то есть собаку нужно приучить не дергать поводок, это не смешно, это вот собака прям должна знать, нельзя дергать поводок. Понятно, что бывают разные ситуации, но обратно же, если вы приучили не бросаться на какие-то движущие объекты, да, на другую собаку, то она и не будет дергать, когда увидит как другую собаку. То есть это нужно постепенно идти к тому, чтобы эта собака, ну, к этому привыкала. Ходить в туалет по всему двору. Вот то, что мы тоже будем категорически запрещать делать собаке, это минное поле устраивать в нашем дворе. Дети, лужайка, еще что там. Ходить должна на одно место, а не бегать везде и делать эти лужи. Ладно, лужи, а когда куча в траве. Так, значит, запрыгивать на сиденье в машине без разрешения. Ну, это такое лично наше, что я против, чтобы собака запрыгивала на стульчики, на кровати без разрешения, на сиденье в машине. Есть место, куда хозяйка может разрешить собаке запрыгивать, все остальное под запретом. То есть, потому что вот это все в шерсти, я считаю, что никому оно не надо. Потом гости приходят, некуда сесть. Может быть, хозяевам вам хорошо, да, а приходит гость, а посмотрел и стоим. Потому что кому-то неприятно садиться, когда весь дом в шерсти и собака везде, да. Вроде собаки нету, а собака везде. Вот, и царапать двери, окна, мебель. Тут все понятно, ушла я, не ушла я. Где-то там собака достала, например, смотрит на улицу, никаких царапаний, ни дверей, ну, короче, это тоже, чтобы не портило мебель. Вот, наверное, такие основные вещи. Понятно, что их по мелочевке будет... Ага, где-то здесь нету... Так, не поняла. Здесь нету... Я, видно, сюда пропустила, не записала. Значит, играться любыми игрушками, вернее, брать в зубы любые вещи в доме, помимо игрушек. То есть другие вещи.
Если я бросила бумажку, или у меня там упала бутылка пластиковая, не знаю там, вот мы сегодня разбирали с мужем вещи, у нас коробки расставлены, там гаджеты какие-то лежат, еще что-то. Собаке нельзя ничего брать зубами и играться чем-либо, помимо своих личных игрушек. Потому что иначе потом она будет грызть все. Она не может брать игрушки наших детей, наши личные вещи, тряпки какие-то, которые стоят, веник там, еще что-то. Только те игрушки, которые ее личные, она может брать. Все остальное под запретом. И учить этому собаку очень надо. Почему? Мы тоже хихи-ха-ха, пока нам не написали вот этот момент. Брала она, шла в комнату, брала детские игрушки. А потом мы поняли одну простую вещь. У нас была такая собачка, которая вытаскивала, чтобы поиграться, все, с тумбочек все вытаскивала. Вот все, что ей попадалось под руку, плохо лежащее, оно уходило к ней в желудок, оно разрывалось лапами, зубами и портилось просто. Это могут быть ваши документы, это может быть ваш там дорогущий какая-то игрушка, это тапочки. Я приучила собаку к тому, что мои тапочки спокойно стоят, хотя первые разы она пыталась их грызть. Ну а теперь она различает, что мои тапочки брать нельзя, у нас детские тапочки валяются, она их не берет. А вот свои игрушки она берет. Она уже знает, где ее, где не ее. Собака должна это четко понимать, чтобы у вас не было разруха в вашем доме. Чтобы вы могли всегда быть спокойными, что куда вы не уйдете, собака не возьмет ничего со стола, с кровати, лишнее что-то, пакет какой-то не раздеребанит, который будет стоять у вас в кухне там с продуктами какими-нибудь или еще чем-то. Поэтому, ну, это тоже, я считаю, очень важный момент. Понятно, что есть собаки, которые прям совсем необучаемые, тогда есть такие домашние вольеры, когда вы уезжаете куда-то, прям домашние вольеры, оказывается, есть. Собака туда загоняется, ставится ей корм, вода, и собака себе там сидит, ждет хозяева. Хозяин пришел, выпустил, все, снова все под присмотром. Но я все-таки за то, что сделать все возможное с маленького возраста, чтобы все-таки собаку отучить грызть все, что попадется ей под руку. Надеюсь, вам мои советы были полезны. Если у вас еще есть какие-то советы, пишите в личку, чему точно нужно отучить вашего питомца. Я потом просто в следующий раз снова сниму подобное видео, но уже с другими советами. Спасибо всем, кто дает мне советы. Спасибо всем, кто помогает нам в этом воспитании нашего щенка. Ну и мы с радостью тоже вам делимся вашими советами. Все, ребят, пока-пока, до новых встреч.